Эта красная ковровая дорожка не для великих людей, она для тех, кто каждый день делает маленькие добрые дела. Для тех, кто всегда рядом, ради перемен. Премия губернатора Московской области в этом году прошла под девизом «Мы рядом, ради перемен». Более 200 тысяч участников, 5 номинаций от локальных до региональных, 500 лауреатов, призовой фонд 80 миллионов рублей. Премия быть. Потому что, я уверен, она и дальше будет объединять все большее количество людей. Приятно, что с каждым годом именно молодые люди включаются в это движение и также бескорыстно от всей души дарят добро. Всем здоровья и всего самого-самого доброго. Именно с маленьких добрых дел начинаются большие перемены. В непростой год пандемии в нашем округе зародилось мощное волонтерское движение. Помощь соседям и близким постепенно стала делом жизни, рассказал волонтер и лауреат номинации «Округ перемен» Стефан Ангелов. Я увидел то, что многие люди нуждаются в поддержке. Начал помогать, помогал многодетным семьям со своего района. Потом уже был как раз праздник 9 мая, стал помогать ветеранам. И далее уже, когда сплотился с командой таких же неравнодушных людей нашего округа, в дальнейшем всей большой Московской области, мы смотрели уже по ситуациям, то есть где эта помощь действительно необходима. Так образовался ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» Воденцова. В конкурсе ребята участвуют не впервые. Говорят, он вдохновляет на новые проекты и новые добрые дела. Все это объединяет молодежь, и очень много ребят формулируют свои проекты, рассказывают о них, стараются донести до людей, что можно такими небольшими шажками менять мир вокруг себя. И когда мы видим результат, хочется рассказать об этом результате, зарядить людей, которые тебя окружают, близкие, родственники, друзья, и, так сказать, передать эстафету дальше. Вот этот про все как раз и говорит премия «Мы рядом, ради перемен». То есть мы здесь объединяемся, чтобы сделать наше Подмосковье, наш Одинцовский округ еще лучше. Специальной премией губернатор отметил особые проекты. Например, автора патриотического учебного пособия Ивана Жучкова, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. А с полным списком лауреатов премии «Мы вместе, ради перемен» можно ознакомиться на официальном сайте. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».